пока Полина отдыхает, мы... отдыхает Полина. Мы видим двух коллег Журавлева. У них была нормальная холостяцкая компания. Журавлев амплуа кушать подано. Бельведерский, это герой-любовник. И Швыдкой, комик. Дело все в том, что в некотором отношении Дмитрий Анатольевич Сухарев, он же Сахаров, человек темный, он не знал, что в это же самое время, когда придумывал фамилию посмешнее, замминистра культуры у нас Михаил Ефимович Швыдко. Вот. Но я это все показывал Михаилу Ефимовичу, он долго смеялся и разрешил оставить. Вот, так они ужасно огорчены тем, что холостяцкая компания их разрушена, что Журавлев женился. Вот, и поют такие холостяцкие куплеты. Россия, жених, невесту выбирай.